что в Мариуполе местными ополченцами взят в плен лидера радикальной партии, кандидат в президенты Олег Ляшко. И вот как на эту новость отреагировали местные жители. Ляшко взят в Мариуполе. Так что никакой дезинформации. А окончательно и достоверно, что с ним и как с ним будут делать, будете в процессе узнавать. Спасибо всем. Напомню, как сообщалось ранее со ссылкой на разные источники, именно Олег Ляшко дал команду начальнику Мариупольского управления милиции об аресте ряда участников шествия 9 мая. Сотрудники Мариупольского отделения милиции отказались выполнять приказ. Между милиционерами и их начальником началась перестрелка. Последний заперся в своем кабинете и вызвал нацгвардию. Вошедшая в город бронетехника открыла огонь по зданию управления милиции, что привело к пожару и жертвам.